В День народного единства губернатор традиционно встречается с представителями различных диаспор. На повестке встречи в Доме национальностей самые насущные вопросы. Транспортное сообщение с крупными городами волнует руководителей еврейской национальной культурной автономии. Так сложилось исторически, что все наши федеральные организации еврейские находятся в Москве. И путь в Москву стал намного ближе, и гораздо удобнее стало ездить на праздники и просто на разные собрания и так далее. И очень важен вопрос безопасности. Когда приходилось ездить на автомобиле, это одна ситуация. На поезде гораздо удобнее. Ну и теперь вопрос, будет ли еще какое-то улучшение в этом плане, ускорение, то есть там электрические и так далее варианты. Будет ли быстрее доставка из Ивана в Москву? Губернатор рассказал, что совместная работа с РЖД ведется. Не так давно удалось добавить дневной поезд «Ласточка». Но есть определенные проблемы, над решением которых нужно еще поработать. Проблемы на стороне Москвы и Московской области. То есть можно поставить еще несколько поездов, но пробка возникает на въезде, потому что один такой скоростной поезд, он ликвидирует несколько пригородных поездов. И поэтому там возникает некоторый коллапс. Но я вам честно скажу, мы последний раз не так давно с главой РЖД Олегом Белозеровым это обсуждали. Мы ищем решение. Я как и перед «Ласточкой» не говорил, что и когда будет. Я также вам и скажу, мы работаем. Могут быть такие нелинейные решения, как и сама «Ласточка», да, на тепловой тяге, но мы такие решения ищем. Немало вопросов касались и других сфер, в частности, здравоохранения, нехватки врачей. По словам губернатора, тема эта была в центре внимания на расширенном заседании Президиума Госсовета, которое состоялось в конце октября. В течение ближайших 5 лет по всей стране будут создавать умную схему размещения ЦРБ, ФАПов, поликлиник. В Ивановской области до конца года заработает в тестовом режиме единая диспетчерская служба, задача которой – упорядочить процесс оказания скорой медпомощи. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.